Здравствуйте, дорогие телезрители. Сегодня о самых запоминающихся событиях в истории России и мира будем рассказывать мы, Вячеслав Крискевич. И Людмила Татарова. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». 23 августа в разные годы и века родились многие известные люди, среди которых... Людовик XVI, французский король, и Якоб Фридрих Фрис, немецкий философ. Николай Муравьев-Амурский, российский государственный деятель и дипломат. И Морец Машковский, польский пианист и композитор. Александр Пешковский, советский лингвист. И Александр Грин, советский писатель. Фридрих Цандер, советский ученый и изобретатель, конструктор первых ракетных двигателей. И Алексей Судаев, советский конструктор-оружейник. Сегодня 23 августа. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». Этот день в мировой истории был отмечен следующими событиями. В 1382 году на Москву напал татарский хан Тахтамыш, а в 1552 войско русского царя Ивана Грозного осадило Казань. В 1628 году в Портсмуте фанатиком Фельтоном был убит английский герцог Бекингем, а в 1866 был подписан Пражский договор, по которому закончилась Австро-Прусская война. В 1913 году в Копенгагене был открыт памятник русалочке, героине сказки Ганса Христиана Андерсена. А в 1939 между Советским Союзом и Германией подписан пакт о ненападении. В 1943 году в период Великой Отечественной войны закончилась Курская битва. А в 1944 в Румынии пала фашистская диктатура маршала Антонеску. Сегодня 23 августа. В эфире программа «День веков. Хронограф». Теперь мы более подробно расскажем вам о событиях, произошедших в российском государстве в былые времена. 23 августа 1809 года родился граф Николай Муравьев-Амурский, будущий государственный деятель и дипломат. Он получил основательное образование дома, в частном пансионе и в пажеском корпусе, после окончания которого поступил на военную службу. Участвовал в русско-турецкой войне 1828-29 годов, получив золотую шпагу с надписью «За отвагу». В качестве начальника Черноморской береговой линии он много сделал для укрепления побережья. Произведенный в 1841 году в генерал-майоры, Муравьев-Амурский из-за болезни был вынужден снова покинуть армию. На этот раз навсегда. В 1846 году он был назначен тульским военным и гражданским губернатором. Понимая необходимость реформ, обратился с адресом к Николаю I, предложив отменить крепостную зависимость крестьян, после чего царь всегда вспоминал о Муравьеве-Амурском как о либерале и демократе. В 1847-61 годах Николай Николаевич занимал пост генерал-губернатора Восточной Сибири. Теоретик анархизма Петр Кропоткин писал о нем. Он был очень умен, очень деятелен, обаятелен как личность и желал работать на пользу края. Беспощадный к казнокрадам, Муравьев-Амурский стремился взять на службу талантливых и честных людей. Он проводил активную политику освоения и изучения восточно-сибирских земель, привлекая к работе многих ссыльных декабристов. Он оказывал содействие исследователю Геннадию Невельскому в его исследованиях устья Амура и открытии России свободного пути к Тихому океану. В 1858-60 годах Николай Николаевич осуществлял хозяйственное освоение и фактическое занятие Уссурийского края военными силами. Благодаря его решительности удалось подготовить почву для подписания Айгунского и Пекинского договоров. И территория, находившаяся в совместном владении России и Китая, вошла в состав российских владений. В 1858 году Муравьев-Амурский получил титул графа. В 1861 году вышел в отставку и вошел в число членов Государственного совета. В течение 20 лет Муравьев-Амурский только изредка приезжал в Россию, чтобы принять участие в заседаниях Государственного совета. Он почти безвыездно проживал в Париже. Сегодня 23 августа, в эфире программа «День веков. Хронограф». Теперь мы расскажем о событиях, произошедших за рубежом в давние времена.
23 августа 476 года Адаакр из племени Ругиев, предводитель одного из германских отрядов, служивших по контракту в римской армии, принудил императора Западной Римской империи малолетнего Ромула Августула отказаться от престола и провозгласил себя королем Италии. Началось все с того, что римские сенаторы решили предоставить германским племенам независимость. Римские граждане, живущие в провинции, узнав об этом, тоже захотели получить свободу. В качестве протеста против несправедливого решения правительства они перестали платить в казну налоги и начали вооружаться, в результате чего не на что стало содержать армию. В это время римские войска находились в Англии и Нормандии, и их пришлось спешно выводить. У римских сенаторов не получилось расширить территорию Римской империи за счет присоединения этих двух стран. В Альпах в то время стоял римский легион, который сдерживал атаки остготов, и в помощь ему неподалеку располагалось войско из германских племен, возглавлял которое некий Адаакр, втайне мечтавший занять римский трон. Из-за проблемы финансирования армии римское правительство отозвало свое войско из Альп тоже. Изначально планировалось, что германские племена останутся на месте и продолжат отражать атаки остготов, но Адаакру это очень не понравилось. И он придумал хитрый план, отправился вслед за отступавшим римским войском, якобы с целью его прикрытия. Когда до Рима оставалось несколько километров, германское войско во главе с Адаакром опередило римлян и ворвалось в город, перебив все его население. Это случилось 23 августа. Так окончательно пала Римская империя. Несчастного Августула, который лишь тем и прославился, что стал последним римским императором, Адаакр сослал в Неаполь, где он вскоре скончался. Чтобы поставить точку в этой истории, добавим, что и Адаакр, патриций римлян, правил недолго. К 493 году королевство Адаакр было завоевано, вторгшимся в 488 году в Северную Италию остготами. А сам Адаакр был убит их вождем Теодорихом. 23 августа 1305 года в Лондоне был казнен Уильям Уоллес, национальный герой Шотландии, вдохновитель войны за независимость против Англии. Уильям Уоллес был сыном мелкого шотландского рыцаря сэра Малькольма Уоллеса, который являлся вассалом Джеймса Стюарта, одного из предков королей Англии и Шотландии из династии Стюартов. В 1296 году армия английского короля Эдуарда I вторглась в Шотландию и, опираясь на проанглийскую партию шотландских баронов, завоевала всю страну. Законный король Шотландии Иоанн Баллиоль был вынужден отречься от престола, и Шотландия оказалась под властью Англии. Английские гарнизоны были введены в шотландские крепости, местное духовенство начало заменяться английским. Однако уже в следующем, 1297 году, в стране вспыхнуло восстание против английской оккупации. Во главе него встал Уильям Уоллес, рыцарь скромного происхождения, но значительного военного таланта. Несмотря на то, что восстание развивалось под знаменем реставрации Иоанна Баллиоля, к Уоллесу на первом этапе присоединились Роберт Брюс, Джеймс Стюарт и другие оппозиционные свергнутому королю бароны. Движение быстро стало общенациональным. В сентябре 1297 года небольшая шотландская армия Уоллеса наголову разбила 10-тысячное английское войско графа Сурре на Стерлингском мосту. При этой битве Уоллес потерял своего единственного соратника де Морре, который, как и сам Уоллес, имел не политический или финансовый интерес в исходе войны с англичанами, а боролся как патриот. Большая часть страны была освобождена. Шотландские бароны избрали Уоллеса регентом королевства в отсутствие короля Иоанна I. Влияние Уоллеса опиралось на его колоссальную популярность в народе и власть над реорганизованной армией. В 1298 году Эдуард I вновь вторгся в Шотландию и в Фолклерской битве разбил шотландцев. В результате Уоллес был вынужден сложить с себя обязанности регента и отправиться во Францию для переговоров о заключении Франко-Шотландского союза. Но французский король только что заключил соглашение о браке его дочери Изабеллы с сыном Эдуарда Длинного Эдуардом, в связи с чем не хотел, чтобы Англия становилась его врагом. В течение 2 лет велась партизанская война и вынужденная эмиграция Уоллеса. Тем временем национальное движение за освобождение Шотландии продолжалось.
Вернувшись в Шотландию, Уильям Уоллес был в 1305 году предан шотландским рыцарем Джоном де Мейтесом, арестован англичанами и 23 августа казнен в Лондоне. Его тело было разрублено на части, которые были выставлены в крупнейших городах Шотландии. Образ Уильяма Уоллеса запечатлен в многочисленных песнях и балладах шотландского народа. В следующей части нашей программы мы расскажем вам о других не менее запоминающихся событиях этого дня. До встречи!